На польско-украинской границе нужно поставить стену, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Украины в Польшу. Об этом заявили представители национального движения Польши. Предложение уже внесено на рассмотрение Сейма партии «Кукиз-15». По подсчетам польских националистов, стена на границе с Украиной обойдется Варшаве в 225 миллионов злотых или 55 миллионов долларов, передает польское радио. В партии «Кукиз-15» уверены, что коридор нелегальной миграции из Украины в Польшу начнется уже весной. Новый миграционный канал может быть результатом усиления контроля на границе Венгрии с Сербией. Ряд СМИ придерживается мнения, что новый маршрут нелегалов будет пролегать через Болгарию, Румынию, Западную Украину и Польшу. На пресс-конференции в Сейме депутат от Кукиз-15 Сильвестр Хрущ подчеркнул, что Польша должна быть готова к строительству стены, чтобы не допустить волны беженцев.